Незаконный тайник обнаружили полицейские в вентиляционной трубе квартиры в центре Саратова. В ходе оперативных действий в отношении трех граждан Узбекистана сотрудники наркоконтроля установили, где подозреваемые спрятали героин. Наркотик весом почти 130 граммов был помещен в отверстие вентиляционной трубы в квартире, которую снимали иностранные граждане. За преступной группировкой из Узбекистана, занимавшейся сбытом героина, полицейские следили уже давно. Ну, это они при тебе фасовали? Ну, нет. Ну, один раз делал, конечно, фасовали, потом я зашел, спал там. Потом уже готово полностью. В общем, ты только делал закладки тайниковые, да? Да. Напомню, месяц назад наркополицейские в ходе спецоперации также обнаружили несколько тайников с героином в центре Саратова. Общая масса приготовленного к сбыту наркотика составила около килограмма. Сейчас проводится расследование по всем уголовным делам. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.